21 подопечного психдиспансера задержали за смертельное ранение случайного прохожего. О гибели мужчины, которого накануне ночью привезли с ножевыми ранениями с Кременчугской улицы, в полицию сообщили сотрудники Мариинской больницы. Потерпевший получил 3 удара в бедро и скончался от массивной кровопотери. Нападение попало в объективы камер видеонаблюдения. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого. В отделе полиции мужчина 29 лет изложил странную версию случившегося. На меня напал незнакомый, грозился убить мать и сказал око за око, зуб за зуб, и пополз от меня в сторону домов, ну вот на Кременчугской. Что ты с ним сделал? Я наказал, я не позволил. Как ты его наказал? Ну я ему вывел строго из строя ногу. Записи с камер зафиксировали другое. Подозреваемый в черной медицинской маске шел за прохожим, внезапно напал на него, после чего убежал. Нож выбросил. Жертвой он даже не был знаком. Если фигуранта признают вменяемым, ему грозит до 15 лет колонии. Раньше к уголовной ответственности мужчина не привлекался.